Так, друзья, всем привет! Рад вас видеть на своем канале. Сегодня хочу показать замену салонного фильтра на автомобиле Toyota Avensis. Купил я вот такой фильтр фирмы Ridex. Вот эта коробка, вот сам фильтр. Я его распаковал. Вот такой вот он. Угольный фильтр. Вот. Смотрите, чтобы его поменять, нужно... Вот у нас есть бардачок, мы его открываем, и вот здесь вот есть амортизатор, который нужно открутить, вот, а потом просто вытягиваем этот ящичек с пазов, там такие пазы, сейчас я вам покажу. Вот смотрите, вот я открутил его. Он вот так вот. Вот так его освобождаем. Сейчас я вытяну, потому что неудобно одной рукой. Теперь смотрите, такой лайфхак. Чтобы вытащить этот ящичек, вот там вот есть внутри, вон я вам там подсвечиваю, такой выступ. То есть его, то есть нужно вот так вот ящик пальцем там или чем-то вот так вот вывести из этого зацепления, вот, и точно такой же с этой стороны, вот он, вот, вот это нужно все отогнуть аккуратно руками, и ящик опустится вниз, а потом его просто на себя вытягиваете, и все. То есть смотрите, какая здесь конструкция. Здесь вот такие есть две петли, вот одна и вот вторая, вот она, вот, а на ящике, соответственно, вот такие вот, ну, такие вот направляющие, куда оно вставляется. Вот, вот сам амортизатор, вот он, который нам дает плавное открытие этого перчаточного ящика, или как его еще назвать. Вот, и в принципе все. И вот смотрите, дальше мы с вами, сейчас я повешу фонарик, покажу вам. Дальше мы добираемся до. Вот он, фильтр стоит вот здесь. Вот здесь вот пальцем берем вот так раз. Одно зацепление и точно такое же вот пальцем два. То есть открываете крышечку такую, вот такая обычная крышечка. И здесь, соответственно, стоит фильтр. Фильтр салона. Вот. Смотрите, вот мы его достаем, он стоял стрелкой вверх. Так, друзья, смотрите, какой стороной вставлять фильтр. Вот у нас, смотрите, я свой достал фильтр, там стрелка была вверх. Смотрите, здесь, если написано слово Airflow и стрелочка стоит вниз, получается, мы ставим его стрелочкой вниз. Здесь вот, смотрите, структура такая обычная, да? Сейчас вот сфокусируется камера. Вот. А с этой стороны, вот он угольный, здесь вот такая вот структура. Вот получается, что воздух сначала попадает на вот эту часть, вот, и фильтруется. То есть, соответственно, мы ставим его, если вот так вот смотреть прямо, то мы ставим его стрелкой вниз. Хотя я же говорю, я достал. Сейчас вот я его поставлю. Просто его туда вставляем. Вот так вот до конца. И закрываем крышечкой. Просто закрываем крышечкой до щелчка. Сейчас я его вот раз здесь защелкнул, и здесь вот до щелчка. Все, фильтр я установил. Вот, затем собираем все в обратной последовательности, то есть на вот эти вот направляющие одеваем ящик пальцем, здесь помогаем, чтобы выступ
зашел в паз раз, и вот в паз два. Вот. И последнее, это вот подсоединяем наш амортизатор на саморез. Все. Вот такая вот замена салонного фильтра, ничего сложного, то есть это может, в принципе, сделать каждый. Информации сейчас много в интернете. Так что вот такие вот дела. Вот я вам показал, как менять воздушный фильтр на автомобиле Toyota Avensis Т25 кузов. То есть это второе поколение. Все, друзья, понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, пишите мне комментарии. Все, всем пока!